Рассказывай. С любовью и охотой. Вот что случилось однажды в прекрасном Дамаске. И вот как случилось все, что случилось. Во дворце султана был устроен роскошный пир. Пир в честь наследника Гасана. Вершиной праздника были состязания. Гасан, как подобает настоящему принцу, стал победителем. И вдруг... И вдруг с него упали шаровары. Стыд хлестал Гасана, Гасан хлестал коня. Так он очутился далеко от родного Дамаска, не имея при себе ничего, кроме обиды и меча. Но добытое мечом не принесло радости и не вернуло покоя. И он удалился в пустыню. И жизнь тогда так щедро подарила способность мир по-новому узреть. И сокровенный изначальный миг времен исток открылся перед ним, и он постигнул, что его рождение нанизано на нить рождений прежних. Гасан вернулся. И в прекрасном Дамаске, спустя полвека, во дворце, он услышал. И тогда с Гасана упали шаровары. Вот та частица истины о людях, которая известна мне. А все знает один Аллах.